Главное отказаться от кумовства, от клановости. И очень важно несколько вещей. То есть, во-первых, полностью нужно избавляться вот от... У меня, например, со мной не разговаривает половина моих родственников. И это нормально, потому что когда я пришел к власти, они считали, что нормально. То есть мой предшественник делал деньги, там вся его семья была очень богатая. Но, естественно, взяли сейчас, настало наше время. И не тут-то было. И не только я не помогал, но и активно поручил своим правоохранителям, руководителям своих правоохранительных структур следить за тем, чтобы никто из родственников президента, членов семьи, не был успешным в делании бизнеса. Или одноклассников, или там каких-то там других друзей там, и так далее. Естественно, их это не обрадовало.